Привет всем! Итак, для этого рецепта понадобятся жирные сливки, жирность 33%, примерно 1 чайная ложка экстракта ванили, 1 столовая ложка растворимого кофе. Если вы не хотите растворимый кофе, возьмите 1 чашку крепкого эспрессо и 2 столовые ложки сахара. Сахар нужно брать по вкусу. Сливки должны быть холодные. Холодные сливки взбиваются очень быстро. И сейчас я буду взбивать это все до пушистого устойчивого крема. Вот буквально через 1 минуту получается вот такой крем. Перевзбивать его тоже не надо. Вот так будет нормально. Посыпаю шоколадом. Добавила несколько зернышек кофе. Вот такой шикарный десерт можно приготовить буквально за 1 минуту. Этот крем очень вкусно подавать, вот как сейчас показала, посыпав шоколадом или какао, подавать с вафельками, с каким-то печеньем. А также, если вы его заморозите, у вас будет прекрасное кофейное мороженое. Еще его можно выкладывать на молоко, холодное или горячее. Можно им прослаивать торты, пирожные. Также его можно выкладывать на обычный заварной кофе или какао. В общем, масса методов применения. С его помощью можно сделать тирамису. В общем, фантазия здесь безгранична. А самый простой метод подачи – это вот так я подаю. Посыпаю шоколадом. И какие-то вафельки или печенюшки рядом. Это очень вкусно. До свидания всем и встретимся в новых видео. Пока!